долгожданные выходные, и вот мы с Рожулей опять в пути. Мы сегодня с ней едем в одно место, но разными маршрутами. Рожуля сегодня у нас уехала очень рано-рано из дома. Она сегодня поехала к бабушке по папиной линии, это к моей свекрови. У нее на этой неделе было день рождения, юбилей, и ее пригласили в гости. И за Рожулей сегодня рано утром заехал папа, и они поехали в Краенку. Это Тульская область, Суворовский район. Там они будут отмечать юбилей, и потом вечером Рожуля приедет в Тулу. Ну, а я поехала в Тулу, я проводила сегодня Рожулю в путь-дорогу и поехала в Тулу уже на экспрессе. Так что вот я уже приехала в Тулу, села в троллейбус и теперь сейчас еду в квартиру. Сейчас быстренько приеду в квартиру, брошу вещи, и у меня сегодня встреча с друзьями. Ну что, вот подхожу я уже к дому. Если честно, вот как-то мне не совсем уютно одной приезжать сюда. Вот вроде после смерти бабушки прошло уже 4 месяца, и я, в общем-то, всегда как-то не по себе. Даже когда мы со Шулькой вдвоем приезжаем. А вот сейчас мне не по себе вдвойне, потому что я сейчас буду заходить в квартиру одна. Это впервые за 4 месяца, ну, после смерти мамы. В общем, ну, будем считать, что я не одна, что я с вами, дорогие друзья. Так что пошла я. Вот трэш. Иду и никак понять не могу, почему же пробки. А у нас вот таким вот образом, вот с такими дырками, делают в Туле дорогу. Вот. Еще за машинами вон там дырка. Вообще. А я никак понять не могу. Думаю, суббота, откуда пробки? А вот и вот из-за этих вот таких дырок. Да они такие огромные. Вообще караул. Такие дырки. Я сейчас купила морковный кофе. И сейчас пойду в куриный дом. Тоже куплю еще что-нибудь вкусненького. Потом дождусь Аллочку с работы и поедем к Нинульке. Что здесь у нас сегодня вкусненького? Сейчас вот здесь творог потрясающий просто вкусноты и сметана. И купим тортик какой-нибудь. Ладно, сейчас какой-нибудь тортик купим. Ну что, девчонки мне заказали шампанское. Вот сейчас схожу в Мильстим и куплю шампанское. Здравствуйте. Вот мой любимый магазинчик. Сейчас купим здесь шампанское. Здесь цены, дорогие друзья, ну просто вот волшебные. А напитки, вот от этих напитков никогда в жизни голова не заболеет. А вот мое любимое шампанское, вы посмотрите, какой выбор. Ладно, а вы пока смотрите, а я буду... Своя, нельзя! Рик, своя! Своя, нельзя! Холёсик такой! Такой холёсик! Хороший собак! Хороший, Рик, нельзя! Своя! Своя! Нельзя! Свои! Ой, мои девчонки готовят! Что-то мы сегодня раненько! Картошка не готова! Вон, все режем! Но зато готов шашлык! Пойдемте, я вам покажу, какой шашлык! Я даже к нему руку приложила! Что там получилось, непонятно!
Вот, шашлык уже готов. Это оладушки. Тортик. Сейчас сделаем салатик. Шампанское у нас уже в морозилке, так что еще полчасика и будем гулять. Алиса, ты что ждешь-то? Когда тебе картошки дадут или сало из картошки, или шашлыка? Вот посмотрите, как она смотрит, а? Вот не уходит. Мясо с ножки. Пахнет. Да, с ножки на ножку так это. Она очень любит людей. Очень. Да, да? Вот она все, да. Все, она уже отсюда больше не отойдет. Но, по-моему, Аллочка, больше всего она на тебя смотрит. Ты больше придвинулась. Вот, друзья мои, учитесь. Буквально за 5 минут. Мы не успели к Нинульке приехать, у нее уже шашлык готов. Салат порублен, оладушки пожарены. В общем, картошка жарится. А картошка на сале. Да, на сале жарится. Ну, Нинон, ты как всегда на высоте. Да. Ну, а с нас пару бутылочек шампанского. Ну, я разливаю. Шампанское налито, или налито, или нолито. Ну, в общем, неважно. Девчонки, за нас красивых. За ПЗД. Присутствующих дам. Да, за нас красивых. Ну что, ура! Ура! Мы ура, сегодня ура. В женской компании. Мужчины нас не разбавляли. В общем, нам так хорошо. Точно. Все, пьем. Геннадий, Леночка, ну ты же покушал. Красивый мальчик. Мой. Смотри, воробьи у тебя еду воруют. Воробьи у тебя еду воруют, ну, ты посмотри. Ты говоришь, что надо разговаривать, как хорошо. Ты, ну, хороший. Ну, хороший. Ну, давай разговаривать с нами, давай. Слушай, да, ты что, такой говоришь? Хвостом виляет. Мой сладкий. Туда-сюда. Ну что, дорогие друзья, наши маршруты наконец-то срыжились, да, соединились, как я и говорила. Мы вчера вечером соединились в Туле. Да, я вернулась из Краинки от бабушки в Тулу. Мама вернулась от своих посиделок. Вот. Так что у нас все замечательно. И вот теперь мы сегодня возвращаемся обратно в Москву. Как обычно, нашим любимым поездом, который вот Белгородский, если не ошибаюсь, да, да, Ласточка. Да. Вот, нашим любимым бизнес-классом, где нас сейчас еще вкусненько покормят. Кофеек там выпьем. Вот, и мы вам это сейчас можем даже показать. Мне кажется, ну, мало отличается. Ну да, если там еда отличается чем-то, то мы вам покажем. А если такая же, то вы можете это посмотреть в наших предыдущих видео. Ну, на этом я свое, а дочура свое видео заканчивает. Мы вам желаем крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения. И помните, что хорошее настроение мы создаем себе сами. Да. Пока-пока!